Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь на велике, весь такой крутой. Всем привет спортсменам, Гарику Мессингу, Максиму Баранову, корешкам моим из спортивного зала. Вот сосед домик построил, вот такой. Всем ребятам огромный привет. Говорили, что 5000 будет круто для дедушки. Но я уже 2,5 отмахал, а еще только середина июня. Так что всем привет. Спасибо. Итак, первую часть пути преодолели. Первое озеро. Красота. Это мы. Всем привет. А это наш конь. И вот такие вот чудесные места. Моя любимая аллея космонавтов с шикарной велодорожкой. Вот справа видим. Жилые дома уже. И движемся дальше. Движемся ко второму озеру Звездного городка. Такие домики красивые, жилые. И там идет во всю реконструкция, сейчас увидим. Вот такие реконструкция. Рабочие отдыхают, обедают. Будет благоустроена территория на втором озере. Вот такие дорожки будут красивые. Приходится по бездорожью проезжать. Вот так будет красиво. И движемся дальше. Американского посольства. Космонавты американские раньше жили здесь. Не знаю, во сколько сейчас. И шикарный деревянный храм зодчества. Деревянная. И вот еще дом имеется. Вот так вот. Главная центральная аллея космонавтов. Везде реконструкция. Вот здесь ели, которые посадил Терешкова, Воробьев. И сейчас движемся к Юрию Алексеевичу. В гости, это уже традиция стала. Посещать памятник. Здравия желаю, Юрий Алексеевич. Давно с вами недельку не виделись. Спасибо вам за полет.
за дорогу в космос. Ну и вот прибыли с главной площади. И продолжаем наше движение по маршруту. 15 километров пройдено. Едем дальше. Всем удачи, всем привет. Итак, наш маршрут лежит через Суворовские пруды. Место отдыха местных удачников. Вот как это все выглядит. Шикарный пруд. Даже на лодке люди загорают. И дальше наш маршрут пролегает через красивейший деревенский храм Ваниских. Вот такой вот у нас незатейливый маршрут получился. Аниськино, Свердловский, Суворовские пруды, Звездный городок и назад. В общей сложности где-то около 15 километров. Все, удачи. Улица Октябрьская. Ребятки. Всем удачи, всем привет. Пролегает по моей родной деревне, улица Межевая, газончики красивые. Продавал лично в молодость. Все, удачи всем.